Сидеть. Нелла. Молодчина, молодец. Дай другой. Умничка, молодец. Ни малейшей агрессии в поведении, лишь искренняя преданность в глазах. Грей охотно исполняет команды и во всем слушается ветеринаров. Он ласковый, он очень общительный, он зависит от людей. Он скучает без общения, скучает без того, чтобы его кто-то гладил. Он любит гулять, достаточно веселый парень. Ну, как может быть веселый 10-летний пес? Вот он настолько весел. А вот в предсмертной записке хозяйка утверждает обратное. По ее словам, после операции пес стал неуправляемым. В мае прошлого года Грею действительно провели сложное хирургическое вмешательство. И делал его как раз Баграт, к дверям клиники которого и привязали отказника, попросив врача, который когда-то боролся за спасение собаки, лишить ее жизни. На связь хозяйка Грея так и не вышла, но с ветеринарами связалась ее знакомая, объяснив такой поступок. Из разговора мы выяснили то, что собака почему стала вдруг ненужной, потому что хозяйка устроилась на две работы. До этого, я так понимаю, работала на одной работе. Устроилась на две работы, и, соответственно, время она не могла уделять своему питомцу. И питомец на скуке начал грызть вещи, интерьер. Там погрыз линолеум, погрыз дверь, погрыз там диван, обувь, еще что. И ну, хозяйке это просто надоело. И она решила таким образом избавиться от животного, оставив записку и написав на ней «усыпите». Оказавшись в новом месте, пес ничего не ел. Это не только от тоски. У Грея нашли множество заболеваний и приступили к лечению. Сейчас его самочувствие заметно улучшилось. Новый обитатель клиники очень любит гулять. При этом, выходя на улицу, постоянно тянет за поводок в одно и то же место. Ну, тянет туда, потому что дом, насколько я знаю, недалеко. Поэтому вот рядом стояли, не натянутый был, сейчас он просто рвется. Уже сейчас есть желающие забрать Грея к себе. Подарить ему новый дом готовы жители Иркутска. Но Баграт не хотел бы отдавать собаку в другой город. Сложно будет отслеживать ее судьбу на расстоянии. Ведь врач надеется, что новая семья для пса найдется в Челябинске. Главное, чтобы он смог в ней прижиться. Грей слишком сильно переживает разлуку со старым хозяином. Наталья Кудряшова, Илья Копелин, Урал-1.